общаемся. Прокачусь. Ну, с вами туда и. Согрелся. Ну так что, слушайте, ну я это позвонил еще раз сегодня утром в ПАТ, сказали, что действительно вы должны ехать до Убор. 19:32 просто написано. Технические задания сказали, что вы должны выполнять после своего, скажем так, ну поездки, либо же перед началом поездки, либо же после. Я просто, понимаете, я второй день как бы уже позвонил, мне сказали, что должно быть вот именно так, то есть все вот, ну как бы ситуации я описал определенные, то, что вот вы мне говорили, там, что там, как второй водитель мне сказал, что вы там из своего кармана там солярку заливаете, если позже едете там или еще что-то, мне говорили, что это все неправда. Дунья, давай едет, да? Да. А проезд сколько? 40? 50 рублей, по Дунья? До пансионата, Поляна. До Иславского. Спасибо. Что, дядя Юр, скажете по поводу... Я вам все то есть вы не поедете до конца? Ну, я правильно понял, до Никольной горы дальше вы не едете? Ну скажите, почему тогда просто диспетчерская говорят мне одно, а в итоге на деле оказывается другое? Просто объясните, почему. Скажите, пожалуйста. Я просто пытаюсь понять, как бы, ну, понимаете, они говорят официальное расписание 19:32, вы должны быть написаны уборы. Почему так? Скажите, пожалуйста. Просто, может быть, вы действительно устаете, что нет желания 10 минут до конца доезжать, довести хотя бы одного человека до конца. Я просто не понимаю, правда. Я понимаю, что там, возможно, вы там устаете. Я все это понимаю прекрасно. Но... Хорошего дня. Вечера. Понимаете, просто я поговорил с диспетчерской. Они сказали, что будут выписываться санкции, если вы не будете ездить. Я не хочу, понимаете, какую-то... такие реакции проявлять и писать вокруг везде заявления. Монстрасавтор, старавтор, как называется. Если я каким-то образом пострадаю за твои санкции, я найду возможность отомстить. Отомстить? Мне? В смысле? То есть вы воздаете вообще злом за что? За то, что... То есть вы мне сейчас даже вообще угрожаете, что вы мне мстить будете? Вы сказали, что вы мне найдете способ отомстить. Это ты мне угрожаешь. Я буду писать, я буду это, я буду то. Я к тебе очень нормально отношусь.
Я к тебе очень нормально относился до этого. Но сейчас твоя навязчивость меня уже... Какая навязчивость? Вы своих должных обязанностей, должностных не выполняете. Я свои обязанности выполняю на 110%. Я свои обязанности выполняю на 110%. Вы мне скажите, почему у них написано в расписании, в их 19.32 убора, они сказали, вы обязаны доезжать? У меня директор сам будет разбираться лично. Я не хочу этого делать, но директор сказал сам у меня на работе. Почему вы так делаете? Он сам хочет разбираться с этой проблемой, даже не я. Он сказал, что он будет разбираться, если не будет нормального порядка. Он добивается своих целей. Понимаете, даже если я сейчас ничего не сделаю и просто ему скажу, он спрашивает у меня каждый день, я езжу 2 недели на работу, он спрашивает, что у вас с транспортом, Юрий? Я ему скажу, что ну, вот я выяснил, я все выяснил, водитель действительно, диспетчерская говорит, что должны ездить, водитель не ездит, я ему скажу. Он собирается заявление писать, он, не я. Вы понимаете? Я не хочу, чтобы кто-то страдал. Вы мне мстить хотите, за что? Я еще раз тебе скажу. Если я пострадаю, то я не прощу. Пострадают те, за кого я пострадаю. Мне насрать, кто это. Ты или директор, или там хоть кто-нибудь, понимаешь? Если я пострадаю, я не прощу никому, ни на йоту. Вот и все. А Господь вас простил. Я самый миролюбивый человек. Поляна, пожалуйста. Абсолютно. Никому не угрожаю. Никогда в жизни. Просто так никогда никому не угрожаю. А я вообще никому не угрожаю. Вот не надо меня провоцировать на какой-то конфликт. В смысле провоцировать? Мое дело открыть дверь, сел, здрасте, до свидания, вышел. Все. Пожелаю тебе. Чего ты ко мне лезешь вообще? 19.32. Я звонил, мы звонили. Буду разбираться, буду звонить. Звони, разбирайся, думай своей головой. О последствиях, о всем остальном. О каких последствиях? Я откуда у вас знаю этих последствий? Мне вообще плевать, понимаешь? Вы я свои выполняю на 100% обязанности. Ну а как же? Ну пробка, да, пробка. Дальше мне уже нет, отключает мне даже ГЛОНАСС, уже сказал, все, заканчиваю. А работа, где ты? Все, сейчас девушка едет, все уже. Подождите, вы говорите, вы выполняете, но 19.32 написано уборы. Еще раз говорю, закрой, пожалуйста, свой рот, ты попросился сесть, погреться, я тебе везу, евреец, все, не отвлекай меня. Знаешь, написано, не отвлекайте водителя во время движения. Нормально я тебе объясню? А написано, чтобы выполнять. Не отвлекайте водителя во время движения. Я двигаюсь. Закрой свой рот, сиди молча и есть. Mm-hmm. Я вас услышу. Я вас понял. В данный момент вы остановились. Можно сейчас поговорить? Дядя Вовочка. Да. Перед весной бутылки. Хоп, и пропал. А кто его знает? Вот так. Маш вернется. А может вернется. Неужели вы думаете, что я не поеду? Я ж не пицца, я ж... Бежу на опор, бережу. Доверяй на крови. Я этот рейс сделаю. За желание отомстить просто Бог потом вам воздаст очень сильно. Я не сам надо от такого пострадал. Меня трогать Богом, я еще раз. Очень напрасно. Ты думай о Боге сам. Не надо меня. Очень напрасно. Я очень богобоязненный человек. Да, вы отомстить. Я еще хотите. Раз говорю. Если я пострадаю, то я этот грех возьму на душу. А это в аду в вещи, если гореть, вы не боитесь? Я сам его буду исповедовать и сам за него буду отвечать. Это мое личное дело, мое и Бог вместе. Вот и все. Ага. Если он мне сподобит, если он меня создаст такие условия, у меня получится, все будет не так, как я хочу.
А все будет ровно столько, сколько захочет Бог. Вот и все. Чего захочет Бог, то и получится. Не делайте другим того, чего не желаете себе. И не желайте другим того, чего не желаете себе. Закрой свой рот, и не надо мне тут ни богохульствовать, ни меня вмешивать в это. Я с тобой вообще не хочу разговаривать, я только что обозначил. Нет, вы мне объясните. Еще раз говорю, закрой свой рот. Я как старше тебя в два раза, ты мне в сыновья родишь. Я вас понял. У меня дочка старше тебя. И ты мне что-то еще тыкаешь, пыкаешь, мыкаешь. Я с вами вежливо разговариваю и на вы. Ты почитай, ты должен уважать вообще вот. А я вас не уважаю? Я к вам на вы обращаюсь сейчас. Ну если старшему замечание делает, значит не уважаю. Ты уже вообще, это какой-то там нонсенс. Водитель по расписанию не едет до конца, до убора. Я звоню в диспетчерскую, уже не первый день. Понимаете? Есть расписание. Да. Вот. А вы знаете, что Рублево-Успенское шоссе, это зона повышенной опасности? Ну, ну и что? Ну вот. Здесь пробки. Ну и что? И любой шофер докажет, что он стоял в пробке. Ну да. Нет, так я вам не про это говорю. Есть расписание, нет, смотрите. Не завались с ним, это же человек. А, я вас понял. Нет, просто смотрите. Немножко... Вы знаете, как этот рейс едет? Ну, Дунина, Уборы, правильно? Да. Вот, смотрите. А, есть расписание 19-15 примерно из Убор. Ой, из Горок в Дунь. Примерно, а там по расписанию. Ну, 19-19 вообще по расписанию на остановке. Смотрите, есть официальное расписание, в котором указано, я звонил в диспетчерскую, 19-32 написано Уборы. То есть, сейчас я объясню суть. По часам, соответственно, сверять нет смысла, потому что пробки могут быть. Так, а где расписание ты почитал? Это расписание я узнал в официальной диспетчерской. Я узнал Монстрасавто номер, я позвонил туда, все спросил. Мне сказали, что то, что водитель не хочет ездить до конца, это он нарушает свои должностные обязанности. Просто потому, что он не захотел ехать. То есть миллион отговорок поступает. Хорошо, вот ты напиши, куда положено, диспетчерскую, оставь там свою жалобу. Оставь сам свое замечание, но не доставай водителя. А, я понял. Согласен? Да. Все, не хорошо. Водителя. Хорошо. Я пытаюсь до него довести то же самое. Он меня не слышит. Нет, мне только что просто водитель сказал, что... У меня такое ощущение, что ты включил диктофон и хочешь просто вынудить меня на конфликт и записать какие-то, я не знаю, какие-то вещи. Я не знаю. Ты, просто не в адеквате. Я не в адеквате. А, обратите внимание, кто из нас вот сейчас ведет. Не мешай, пожалуйста, водителю. Я вас понял. Нет. Работать, не мешай, пожалуйста. Ну, можно я с вами он поговорю? Он людей везет. Я не хочу разговаривать. Это не тема для разговора. А, не тема для разговора. Конечно. Хорошо, мне просто водитель несколько минут назад угрожал, что если он пострадает из-за меня, из-за того, что я напишу на него какие-то заявления, то он мне собирается отомстить вообще. Вот вообще это я не слышала совершенно. А я слышал. Потому что я человек этого знаю, и он не в таком, он такое не может сказать. Хорошо, хорошо. Ну, потом тогда просто другие структуры будут разбираться, пускай. Вы не слышали. А вы можете все что угодно наговорить. Вы не слышали, слышали другие люди. Потому что я на ваши глаза смотрю, и как бы я вижу. Но он больноватый. Я больноватый. Я со служения, с церковного еду сейчас, чтобы доехать мне до дома. За меня волнуются и переживают мои родители. И папа мой уже 20 лет как водитель. И он знает все эти левые схемы для того, чтобы лишь бы просто не поехать на последнем рейсе. Я не в адеквате. Пожалуйста, не доставайте. Я вас услышал. Ну, я неадекватный, действительно. Я вас понял. Хорошо. Хорошо. Я просто все ситуации отдаю Богу, а с этим меня люди поддержали, сказали разобраться. Хотите мне угрожать? Да, пожалуйста, сколько угодно. Я им угрожаю. Ну, пару минут. Я очень буду. Несколько минут назад говорили, какой же вы двуличный юрист. 3 года с вами знаком, а вот так, чтобы вы просто поступали честно. Я ехал со служения. Ну, ладно, я позвоню просто папе, что мне нужно. Я летом. У нас молодежное служение. Короче, секта. А, я вас понял. Действительно, христиане это сектанты. У нас. А сколько у нас Богу? 56 по миру. А нас Иисус Христос.
А у меня не Иисус Христос. Так, все, молчим. Давайте я вам Библию открою, у меня Библия с собой. Библию открою, но сейчас. До служения есть, так что поругаться с кем-то достать как-то. Действительно. Я вам говорю. Ну, пускай. Значит, это не богослужение, а секта. Да. Самое настоящее. А вы Библию читали? Вообще ни разу. Да не говорю, свои 63 года. И как вы говорите про Иисуса, который умер за нас? И как вы говорите, что вы верующие тогда? Скажите. Мне это не с того разговаривать надо все. Да, пожалуйста. Юра, терпение. Всего доброго. Давай. Хорошего вечера. Секта. Не первый раз уже называют. Иисус Христос, а у нас это, а у нас не Иисус, действительно. Который... Правила вообще утренние читаешь вообще? Какие правила? Ну, православные. Я... Утренние правила, вечерние правила. Я молюсь Господу с утра, вечером. Нет, ну, с утра утренние правила. Ты читаешь? Что значит слово правило? Православное есть небосство, там есть утренние правила, вечерние правила, беззначительные. Я молюсь по Библии. Достойно есть, ты знаешь. Отче, Царю Небесный. Называешься Святой Верховный. Я молюсь по Священному Писанию, по Библии. Что ты знаешь, Псалтырь ты читал? Я до Псалтыря пока что не дочитал. Я читал Новый Завет и Ветхий Завет. Сейчас я читаю Вторая книга Царств. А как по Библии? По Библии есть Отче наш. Что? В Библии есть молитва? В Библии нет. В Библии есть молитва Отче наш, говорил Иисус. Тройку принимаете? Тройку принимаете? Только стрелку. Тройка это Москва. Принимают? Тройка по Москве. Найди тройку, она там через Петро. У них нет любви. Их возьми. Будут стрелять. Ну, не стрелять, а сыгры. Это ваш кекс? Да, Максим. Это вы мне коробки поставляете? Нет. Можно? Спасибо большое.
А это церковь, кто мне сказал? Ну как ты туда попал? Мне было очень плохо, и я умирал от шизофрении. Я искал психолога, я просто нашел, вспомнил про своего одного знакомого. И мне было очень плохо, мне не помогали таблетки психотропные. Я вспомнил про него. Я в феврале месяце этого года, можно сказать, умирал, потому что мне было очень плохо. Я обратился к Господу с покаянием, потому что я был раньше очень аморальным человеком, который вел очень непристойный образ жизни. Я с ним знаком был давно, еще со школы. Он просто приезжал к нам, рассказывал о вреде алкоголя, о вреде курения, о заболеваниях, которые передаются половым путем. В нашей стране, к сожалению, все, кто не православные, все считаются сектантами. Только у нас учение строго по Библии, по Новому Завету. Я тебе скажу, что сильные приходы с батюшками хорошими, сильными проповедниками. Если очень много, большой приход, много людей на приходе, их тоже считают сектантами. Можно своего рода сильными? Батюшки на православных ставят, они только едут, обещают служить, обещают проповедовать. Не православные сектанты. Православные тоже называют сектанты. Я тебе скажу, что я на собственной шкуре еще сижу, на собственном приходе. Я верю лишь в единого в Иисуса Христа, и Господь один. У нас кроме Библии ничего больше нет. Мы молимся Иисусу Христу, мы живем по Новому Завету, и нравственное, и поведение, морально-этическое, это все очень строго, это не просто размыто, просто какая-то вера непонятна, например, во что или определенные какие-то своды правил. Я просто хочу понять, скажите, что я вам такого плохого сделал, скажите, пожалуйста. Может быть, вас кто-то обидел чем-то, но я не хотел этого сделать, честно. Ну, смотри, вот куда он пришел. Если я из-за тебя буду, это будет час ехать. Ты специально мне мозг будешь стричь. Я сейчас буду ехать. Я приеду, в лучшем случае, я за 9-7. А домой попаду в 8-7. Завтра мне по 12. Без 15 теряется. Так смог хотя бы неделю поработать, как я работаю. Ты бы меня бы понял. Я не знаю, как тебе еще вдохнуть. Все люди как люди. Вот на у себя что-то перепрыгнуть. Ну, молись Иисусу единому Богу. Чтобы он тебя уразумил. Послал тебя мудрости. Ты понимал больше. Это нормально. Простите, если вас чем-то обидел. Поверьте, я видел. Не похуже тебя. Намного намного. Зверя я на этом свете повидал. Поэтому ты. Я за свои 22, человек, за свои 22 года я тоже немало повидал. Я ничего не имею. У меня дочери 26. Старше. А младшая это 6. 4 дочки. Можно было просто сказать сразу, что вы устаете. Вот и все. Я не устаю.
я не устаю. Есть просто определенные нормы, которые выработаны, которые, как сказать, диспетчер тебе ввиду того, что могут записать или трактовать как-то по-другому. Она тебе не скажет, например. Она тебе не скажет по записи, по этому. По поводу чего? По поводу всего. Просто есть определенные, уже выработанные, я тебе говорю, я стажировался, меня стажировали. Людей, которые для меня работали 8 лет, тоже стажировали. Этот рейс всегда досуществует. Этот рейс последний, грубо всегда досуществует. Я не знаю, как это. Но это спасибо большое. Надо принимать как данность. Как да. Знаю. Ну, хорошего, счастливого вечера. Ну тогда. А вам куда? На повороте мастер. Ну тогда пусть они просто официально уберут и все. Пусть он будет дососен. Почему они говорят, что он до убора? Да убирают. Да понимаешь, убирают так, а высвечивают. Вот как вот. Вот ну идея вот описана. Вот попадает этот рейс, если не выезжать в 9 часов, попадает он на перекресток с этим. Сдвинули на 9.05. Вот у меня техническое задание 9.05. А в интернете убивает в 9. А что такое техническое задание? Ну вот была такая бумажка, она потерлась, кстати. И я ее просто. Ну просто я выучил ее наизусть. Все, понимаешь, я не то, что я тебе показал. Надо ехать по ТАПу опять. Надо, чтобы они. Я приезжаю поздно, этот уже отдел не работает. Уезжаю рано, это тоже не работает. Они приходят к 9, уходят в 5. Белая кость, руководство. Вот тебе и все. А это мне надо в выходной день идти брать эти все. То же самое, как вы продаете стрелки, везде продают. Я говорю, мне, чтобы эти стрелки взять, мне надо приехать к 9. А я выезжаю. Какие стрелки? Карты? Ну, карты. А зачем они вам? Ну, продавать. Вы их продаете? Ну, водители некоторые продают. А, это раньше было, я тоже покупал. Кто выезжает там это, некоторые зарабатывают. Я бы тоже продавал, мне тоже выгодно их продавать. Я с каждой этой продажи имею 100. Да можно взять, можно самому купить, бросить их сюда и все, и продавать. Да, они уже с товаром, я могу, ну а зачем покупать с товаром, если я тогда чуть не заработаю. Юра, как это говорила когда-то бабушка, не дурите с рачиком нашим собачьим. Зачем просто сразу как-то, я не понимаю, вот так вот угрожать, кричать на меня? Я же вам ничего не сделал плохого. Я не кричал, просто хотел, чтобы ты как-то врубился вообще. И ты вот просто себе втянул вообще, и все. И как-то я не знаю, как вот так вот слушать. Ну просто себя, понимаешь? Вы поймите, не надо кричать, пожалуйста. Я слышу, я не глухой, но просто вы таким поведением очень сильно обижаете людей. Я ничего не желал вам плохого, я никому больше не желаю зла с того момента, как я стал верующим человеком. Я всегда отталкиваюсь от одного. Если я отец четверых детей, потеряю работу, или меня накажут, или еще чего-то, это я в этом рассматриваю прямую угрозу. Вот и все. Я в этом рассматриваю прямую угрозу. Я за семью, за свое благосостояние своей семьи. Я буду драться как лев, как тигр, понимаешь, вот и все. Я поэтому тебе и сказал, что если я пострадаю, я, говорю, это не буду прощать никому. Вот, ну вот как я еще могу объяснить, каким словом, каким, вот как, вот, ну как тебе объяснить? Ну все-таки, ну скажите, пожалуйста, почему написано у них одно, а вы... Так я откуда вас знаю, ну общепринятое, я тебе говорю, вот, ну вот как, ну вот, я, ну вот,
Но ты понимаешь, что ну нету рейса. Ты можешь для себя вот понять, что да. нет? Вот, вот в час нету рейса. Вот нету. Нет, так он-то есть, там же написано. Вот в час нету рейса. Нету. 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 Вот представь себе, что нету 7-часового рейса вообще. Ну как представить, ну там же написано, ну почему так они говорят? Ну скажите, я просто пытаюсь понять, почему? Почему так? Ну потому что вот нету и все. Ну он же написан, я не понимаю. Не надо. Возьмите, пожалуйста. Я встречаю? Да, звоню папу сейчас. Вот. Не надо. Возьмите, пожалуйста. Вам нужнее для детей. Вам тоже. Вам тоже. Простите, пожалуйста, если вас чем-то обидел. Простите, пожалуйста. Если вдруг я чем-то вас обидел. Господь любит вас. Благословите. Вам тоже. До свидания. Да. А ты ходил в свой храм? Какой? В уборы? В уборы. Да, когда-то давно очень. Ну и что? Ну вот что ты чувствовал там? Я это делал как надобно, как нужно, как что-то. Нет, я не поговорю, что. Я тогда был совсем маленький, я практически ничего не понимал. Просто. Ну а когда ты последний раз был там? Я очень давно не был. Я по православным просто. Ну а ты можешь зайти в церковь? Могу. И вот. Не подходить ни к кому, ни к батюшке, ни это. Да, вот конечно. Просто сесть, посидеть, могу. Подумать, поговорить с Богом. Я и буду. Почувствовать, что ты чувствуешь вообще. Господь, он везде. Я. Я понимаю, он везде сущий и это. Вот мне просто твое. Твое ощущение хочу просто узнать. Вот если ты пойдешь, но только, ну. На выход. А ты вообще крещенный, да? Я крестился, да, я недавно же крестился, летом вот я принимал крещение. Крестился в православном или. По Библии, как положено, в реке. Не, я понимаю. По Писанию, как положено. То есть нет, не своего, крещение. У нас Библия одинаковая, по Библии. Я понимаю, тебя не священник открестил. Пастор. Рукоположенный, тот человек, который на это рукоположен, тот, у кого есть разрешение так делать. Для меня, на самом деле, эта обстановка, как бы, ну, она, как объяснить, по Писанию, по Библии, просто я вижу все, что находится, скажем так, в храме, там, ну, к примеру, в православии, не в обиду, по Библии, по Писанию, я нигде просто этого всего не нахожу, вот в чем дело, то есть, первоапостольская церковь, то, как оно было, апостолы никому не поклонялись, они даже запрещали себе, можете открыть Новый Завет, книгу «Деяния апостолов», когда они исцелили хромого, ему поклонились, апостолам начали кланяться, некоторые жрецы прибежали из Зевса, сразу сказав, что это боги спустились к нам в образе человеков, хотели заклать жертву, жертвоприношение принести, они сказали, что отдайте хвалу Господу, не нам. Они запрещали даже себе какие-то почести отдавать. То есть они запрещали поклонение самим себе, они сказали, Иисусу поклонитесь, Он Господь. И дело в том, что я, когда читаю Священное Писание, читаю Библию, я, понимаете, я вижу то, что описано там, и очень сильные несостыковки в том, что происходит. Просто это сложно описать, когда я с искренним покаянием, я находился один дома. Я просто покаялся, просто принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и у меня открылись просто, как сказать, глаза, это называется по Библии возрождение свыше. И читая, изучая Священное Писание, Библию, я действительно начинаю видеть Господа. А и у вас нету ни причастия, ни помазания. Причастие есть, Евхаристия, как все положено, по Библии все это есть. И вы помазываетесь? Елеопомазание, если это необходимо, это делается, да. Если это необходимо, но, как правило, но это как символизм. На всеночное бдение вы никогда не этого было. Нету такого. То есть это какие-то высшие, которые, скажем так, это правила, которые были после соборов. Вы можете почитать, есть какая-то книжечка «История возникновения церкви». Вот там описано все это. Это все во время раскола, все это начали потом вводить, что-то вот это делать. И расколы произошли от Библии, к сожалению. Очень большие люди просто, скажем так, лукаво пользовались своим положением и людей кого-то отстраняли от этих соборов. Я понимаю. И расколы были. Это по правилам, как-то называется, предание святых отцов, это, по-моему, называется. Вот там это все написано. Я в
всегда вот это вот здесь вот цепляюсь, с мусульманами цепляюсь. Цепляетесь в каком смысле? Ну, за веру. А, спрашивайте просто. Не, она, вы, наверное, торопитесь? Иногда, да. Ну, да. Вот, я всем всегда говорю, что я говорю, надо жить, чтобы попасть туда. Чтобы не туда попасть, не в ад, а туда. Так путь только один, и через если, Иисуса Христа. Если тот, кто попадет туда, кто не попадет, чтобы, я говорю, дожить так, чтобы туда попасть. Ты по своей вере, я по своей. Если я заблуждаюсь, то ты за меня у Бога своего попросишь. Вот он заблуждался, но он хороший человек. А я за тебя попрошу. Ну вот, за мусульманина, да, там, например, грубо говоря. И я говорю, вот он заблуждался, его просто родители научили неправильно. Вот. Но он сам хороший, он ничего плохого не делал, он там жил, добро творил. Он хороший. Я за тебя попрошу у Бога, если я прав. Если ты, например, прав, то ты за него и за меня, там, и за, еще за кого-то. Как у нас написано, если спасешься это ты, то вокруг тебя спасутся это тысячи. То есть ты должен жить и своим примером, своим именно вот примером показывать именно тот вектор Иисуса Христа, чтобы люди видели свет, этот и шли к нему. Твой вектор, да. Вот как говорит, что тебе дал твой Бог? Вот чтобы ты показывал, что тебе дает твоя вера, что ты светлый, конечно, что ты свет. Там не пьешь. Не, конечно, куришь, не куришь, не сквернословишь, конечно, конечно. Вот это вот не пинаешь, как Содома и вот Гоморра, что вот это, как они там, вот это же не только там они там блуды, это наоборот, там все вот это прежде, вот, пендаля дал кому-то прохожему, все ха-ха-ха смеются. То есть вот это вот бычество, вот это вот ублюдство, вот это вот это грех. И так себе вот это надо осуждать в своем вот именно. Я вот читал и этот Коран не до конца, там, в принципе... А там о чем написано вообще? Там, в принципе, тут те же самые постулаты. Что, я Библия? Не до конца его там, я там чуть-чуть почитал его, там те же постулаты, что в любой вере, там и ничего такого, там просто, ты знаешь, там вера легкая. Практически поститься не надо. И вообще ничего не надо. Только вот это. Это и есть очень самая проблема. Тяжелая вера, я так понимаю, что у православных. Вот именно если соблюдать все, это вот постные дни, вот эти все вычитывания правил, вот это вот все вот это вот, все вот эти вот посчитать, то среда, пятница постные, плюс посты, плюс это, больше 200, из 365 дней больше 200 постных. Если все посчитать. Потом, плюс если ты хочешь причащаться на каждый 2-10 этот праздник, ты должен 3 дня попоститься и исповедоваться. То есть там, в общем, самое сложное, вот именно вера, по вере, по соблюдению всех вот правил, получается у православных. Дело в том, что смотрите, самое легкое у католиков. В принципе, индульгенции продают, что грехи прощаются за деньги, но. Может быть. В Новом Завете в послании к Ефесянам написано, что мы спасаемся не по делам, а по благодати Божьей. То есть нам вот эти правила определенные, какие-то специальные, не нужны. Я вам завтра Новый Завет принесу и Псалтырь. У меня есть. У вас есть? Ну, да, у меня есть. Прочитайте Новый Завет. Я читаю Псалтырь, я читаю на церковно-славянском, у меня как бы все. Ладно, все. Потому что мне там... Хорошо. Ну, все. Хорошего вам этой вечера. Вам тоже. Благословений. До свидания. Такая вот история, друзья мои, но удалось общение наладить. Слава Господу. За что меня там все сразу осудили, еще какая-то тетя сразу, что у меня глаза ненормальные, что я больноватый. Ну, в принципе, неудивительно, на самом деле, мне слышат подобные слова,
потому что люди не знают всей ситуации. Я думаю, вам тоже знакомы такие ситуации, когда вы в интернете, например, смотрите какой-то видеоролик, да, и говорите, там, человек такой-то, такой-то не в себе. Хотя я вел себя очень адекватно, я не кричал, не вопил, совершенно спокойно разговаривал, меня называли ненормальным. Ну, сказали, что я вижу, что вы больноват. Женщина сказала, что у нас Иисус Христос, а у вас кто? Я сказал, у нас Иисус Христос, откройте Библию, почитайте повнимательнее. Все, сразу секта. Но неудивительно, людей так настраивают, к сожалению, религия, дух религии, есть такой дух, который настраивает просто людей, а православие настраивает всех. Кто не православный, все сектанты, откройте даже Википедию, друзья мои, почитайте повнимательнее, что христианами себя имеют право называть католики, православные и протестанты. Повнимательнее изучите историю церкви, прошу вас, чтобы таких не было возгласов, но людей, вы такой-то, ты такой-то, ты такой-то. Я сам избавился от духа осуждения. Я понимаю, что у людей проблемы, но когда мы начинаем кого-то осуждать, сказано, что ибо какой мерой мерите, такой будете меримы. Я сам замечал, что когда я кого-то осуждаю, на меня находят лишние искушения, и проблемы у меня в жизни появляются. Поэтому я просто молюсь за таких людей. И не отвечаю вот таким вот. Если бы я сейчас начал бы говорить, как по Писанию, что они там, я не знаю, там лицемеры там или еще что-то, как Иисус фарисеям высказывался. Но они учили. Тут меня никто не учил, тут ситуация не та, чтобы такие выражения говорить. Но просто Господь, Он смирялся. Иисус смирялся, был кроток и смирен. Поэтому такая вот история, друзья мои. Будьте благословенны, храни вас Господь, молитесь. И изучайте внимательно Священное Писание. Храни вас всех Господь Иисус Христос. Спасибо вам всем за внимание. Будем что-то решать. Какой-то вопрос, ответ. Постараюсь вам в кротости благоговении каждому, который желает тебе получить от тебя отчет, дай ответ в кротости и благоговении. Каждому, кто желает, кому нужно дать отчет. Вот так вот. Приблизительно вот так вот я сказал по Писанию. Сейчас никого не вижу. А, нет, вижу. Все, друзья мои. Храни вас Господь. Аминь.